Всем привет, милый олененок Бэмби. Сегодня у нас в качестве образца для рисуночка мы используем Камильфо D232, Камильфо D073, Камильфо D306, Окси 55, Окси 56. И три цвета, это N006, N003 и D073. Также добавим немножко окси 55 для создания светлого оттенка. Будем использовать также Камильфо коричневую краску, которой мы сделали обводку нашего будущего рисуночка. Начинаем заполнять все цветами. Светлый оттенок – это результат смеси последних цветов. Переходим к темному коричневому оттенку. D306 – отличный песочный оттенок, которым хорошо делать светлые цвета. Белым цветом проставляем блики. Теперь создаем тени.
Черным цветом делаем обводки. Окси 26 будет нашим фоном. Покрываем все топом и любуемся полученным результатом. Всем огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваши лайки и подписку. До встречи в новых видео.